Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги Иова, я читаю свой перевод с небольшими комментариями Для библейского портала Экзегет Ну и здесь речь Иова, 28 -я глава, я ее считаю авторской такой вставкой Собственно, комментарием ко всей книге но здесь продолжается речь Ива сразу резкий контраст, 28-я, такая очень красивая, поэтичная и в то же время абстрактная. Она никак не выводит нас на историю самого Ива, а Юв-то свою жизнь нам пересказывает в 29-й главе. Иов так продолжил свою речь. «О, если бы вернуть былые времена, в те дни, когда Бог меня хранил, сиял надо мной его светильник, и этот свет меня вел сквозь тьму». Так бывало в прежние дни, когда дружба с Богом, шатер мой осеняла, когда всесильный еще был со мной и окружали меня домочаться. Молочные реки текли мне под ноги, и скалы еле источали. Смотрите, о дружбе с Богом говорится прямо вот как о дружбе с соседом, когда у него прямо в шатре Бог гостил, да, и даже назван прежде домочадцев его, родных и близких. И вот, соответственно, тогда все было хорошо, и у него природа вокруг источала молоко и елей, то есть было богатство, благополучие, благословение всяческое. Ну и место он занимал в обществе определенное. Выходил я тогда к городским воротам. Городские ворота — место, где вообще все собирались. Такой вот сборный пункт, во-первых, там все проходят, можно любого человека встретить, с ним поговорить, и все, что там говорится, тут же становится всем известным, да, разносится по всему поселению. Выходила тогда городским воротам, чтобы сесть на площади на своем месте. И юноши, завидев меня, расступались, а старики поднимались и стояли. Ну вот сегодня на Кавказе до сих пор это обычай. там правда не ворота, это центральная площадь, Годекан называется. И старики выходят и сидят на Гудыкане. Чем они занимаются? Они там сидят не просто э, вот так проводят время, но это э, вот такое сообщество стариков, в которому можно прийти за советом, э, которым можно объявить, там, у которых можно э, там, спросить там, разрешение не знаю, на брак, на какие-то еще важные события в жизни. То есть, собственно, центр, э, нервный центр жизни селения. Вот Иов там главный. Даже старики встают при его появлении. Вожди слова молвить не лишались, рот себе ладонью прикрывали знатно, и лишались дара речи, прилипал у них язык к небу. И кто слышал меня, звал счастливцем. И кто видел меня, был свидетелем, что подавал я желанную помощь бедняку и спасал беззащитного сироту». То есть, смотрите, Иов говорит, что он ничего плохого никому не делал, в отличие от того, в чем его Элифас обвиняет. И что э, другие люди могут подтвердить. Это все свидетельство есть на то, это не просто его болтовня избавленный от гибели, меня благословлял, и в сердце вдовы я вселял радость. То есть другие люди снова и снова в Ветхом Завете именно отношение к ближнему, особенно к ближнему в беде, в угнетенном положении, определяет благочестивость человека. Облекался я в праведность, как в одеянии. Справедливость была мне плащом и тюрбаном, ну вот как одежда, да, как мне там пиджак а для его справедливости, его такая же одежда. Слепом я был вместо глаз и вместо ног хромому. Для обездоленных я был отцом и разбирал тяжбу незнакомца. Потому что незнакомец — это такой человек, ну, пришел чужак какой-то, его обидели, а его никто и не слушает. Ему трудно добиться в суде или вот у этих старейшин, сидящих у городских ворот справедливости. Он же ничей, никто. А Юф встревает вот в эту ситуацию, пытается разобраться. Вновь и вновь он говорит о том, что... Помощь ближнему самое главное, что человек делает, чтобы стать благочестивым. И разбирался аж бы незнакомца, а челюсти злодея я сокрушал, вырывал у него из пасти добычу. И думал я, что умру в своем гнезде, что дни мои неисчислимы, как песок. Корни мои достигают воды, и роса на моих ветвях ночуют. Слава моя не ветшает, и лук в моей руке натянут туго. Люди прислушивались ко мне молча, ожидая моего совета. Нечего было им добавить, когда слова моих их орошали. Как дождя они речи мои ждали, как весенний ливень ртом ловили. Не могли поверить, если я им улыбался, и ласковых взглядов моих искали. Я указывал им путь и был главой, словно царь в кругу своей дружины, словно тот, кто скорбящих утешает. И вот смотрите, в этом описании благополучных дней Иова самое главное «Бог в моем шатре» Бог, который у меня гостит, Бог, который для меня вот ближе близких. И э, люди вокруг меня, которым я помогаю, с которыми я вместе. Вот идеал для Иова, он в прошлом, может быть, он что-то приукрашивает. Но смотрите, его вот портрет благочестивого человека, это не образцовое исполнение обрядов. Хотя, хотя мы в самом начале книги читаем, что он приносил жертву всесожжения за семерых сыновей, за каждого по целой жертву сожжения. То есть он был таким вот исполнителем обрядов, ну, наиревнивейшим, наистрожайшим. Но не это главное. А главное, он с Богом и он с другими людьми. И он Богу друг, а другим людям он защитник, покровитель и помощник. И вот это и есть главный смысл его благочестия. Но это все изменилось в 30 главе, он пишет как.